Друзья, всех приветствую, это Павел Исаев, мы находимся в клубе РОД. Хотел бы пригласить всех подписчиков BJ Freaks на участие в нашем турнире по бразильскому джиу-джитсу, который пройдет 24 ноября. Будем всем рады, белые и синие пояса, девушки, ветераны. Чтобы было не скучно, хотел показать один из интересных слип, так что не оставайтесь с нами, не отключайтесь. Специально для BJ Freaks. Ребят, хотел поделиться одним из интересным сливом, который часто у меня получается. Мы находимся в позиции открытого гарда, примерно вот с таким захватом. То есть это может произойти просто, когда у вас такой тайм-аут произошел, вы разошлись, вам приходится получать новый захват, когда вы снизу. Либо это происходит, например, после пулгарда, когда вы берете захват и садитесь вот сюда. Естественной реакцией соперника будет срыв вот этого захвата, и, возможно, он будет немного включать спину, как бы отбегая от вас назад. Мне нужно будет, цепляясь за него, да, вот использовать движение его назад, когда он отходит, мне нужно будет сократить резко эту дистанцию, прыгнуть под него и сделать такое движение мощными ногами в разные стороны, прямо под пятки. При этом я отпущу этот захват, либо соперник его сорвет, действительно, мне не важно, и я сильно толкну его в бедра. За счет чего соперник упадет, да? Примерно это выглядит вот так. То есть мы получаем захват. Раз, соперник сюда, два. Еще раз. Получаю захват. Раз, соперник. Забираем слип. Давай еще раз.